Всех приветствую, друзья! Я нахожусь в городе Чикаго, Соединенные Штаты. Да, мой канал, некий товарищ, переехал в Соединенные Штаты. Я, конечно, сейчас не занимаюсь монетами, не собираю монеты, особенно российскую нумизматику, по политическим причинам. Я пока не хочу, я действительно не хочу. Но у меня остались привычки здесь. Мы, кстати, с вами давно не виделись, я не проводил стрим на канале. Я случайно решил записать видео, ну так, кто спрашивает, ну что ты, где ты, как ты. Да, я прожил некоторое время в Канаде, сейчас я переехал в Соединенные Штаты, наверное, здесь я буду строить дальнейшие свои стратегии и так дальше. What? What? Я когда-нибудь открою еще интернет-магазин свой с монетами. Мне нравятся монеты, вы знаете, осталась все-таки привычка. Эта привычка, я заметил, она у меня до сих пор. Я не могу от нее просто вот так взять и... Я понял, что, ну, избавиться, забыть, и я понял, что это именно из-за этого. Из-за моего хобби, то, что собираю монеты, я их перебрал, очень много этих монет. Я всегда нахожу доллары. Ну, я не знаю, как... Кто их теряет, может быть, это бездомные теряют, может, люди просто. Просто я нахожу деньги потому, как они сложены. Даже доллар 2, когда я нахожу, я почти каждый день нахожу деньги. Я вижу мелочь, потому что они это круглые, они светятся, и у меня уже глаз наметан. Потому что у меня взгляд бросается на то, что круглое, и то, что светится. Я всегда могу найти 25 центов, 5 центов. Я вижу деньги везде. Потому что я за свою жизнь много монет перебрал. То есть, сколько я нахожу, я везде вижу монеты, везде. То есть, если они есть, я их увижу, ну, в каждом втором случае. Я просто смотрю на дорогу, ну, под ноги, я случайно вижу деньги. Сложенный доллар какой-то, либо монеты 25 центов, либо монета доллар, я всегда их нахожу. Другой вопрос, я их не всегда поднимаю, да, их не, потому что они грязные, мало ли кто их уронил. Поэтому я просто сейчас работаю в доставке в Чикаго, есть время, свободная минутка. Люди просто пишут ВКонтакте, где ты, что с видео, давай канадскую нумизматику рассказывай. Ребята, немножко не до этого, постоянно нахожусь в каких-то крысиных бегах, скажем так, то работаю, то зарабатываю, то оформляю документы, то переезжаю, то еще что-то случается. Но, в общем, мотивация невысокая, даже если я найду там 5 минут. Сейчас вышел на перекресток, вот работаю, как вот этот вот доставщик еды Uber Eats. Да, я сейчас Uber Eats временно, поработаю 2 недели, сделаю свой, не знаю, промо-акт это называется, получу деньги и буду искать хорошую работу. Поэтому, друзья, давайте так. Я с вами прощаюсь на некоторое время, на, может быть, длительный период, не знаю. Когда будет следующее видео, я не знаю, вы видите, я его не выкладываю, я не выкладываю никакие видео. По понятным причинам я постоянно переезжаю, постоянно мигрирую, и я пока, ну, не замотивирован заниматься сейчас монетами. Потому что на хранение монет нужно время, нужно хорошее жилье и нужны инвестиции. Со временем все будет, друзья, давайте. Я постарался ответить на массу ваших вопросов. Все остальное, кому что-то интересно, догадайтесь сами. Пока. Мне приятно, что вы ставите лайки на мои старые видео. Пока-пока.